Всем здравствуйте, друзья, вы опять на канале «Сама себе огород». Хочу сделать обзор баклажанов. Вот такие уже, с такими прям шикарными большими листьями. У меня баклажаны на 8 июля. Они что-то сидели долго на месте, потому что у нас перепады температуры были. Хотя здесь у меня тепличка такая маленькая. Теперь вот уже начинается цветение. Поэтому я решила сделать обзор своих баклажанов, которые одни из них здесь царская икра, а другие скороспелые. Где какие, я уже не знаю, я просто попутала. Ну, конечно, нужно их уберегать от колорадских жуков. Вот он, цветочек уже, бутончик. Поэтому начинается цветение. Тут вообще что-то затормозились. Я спасала жуков колорадских, контролировала по 2-3 раза в день. И все равно же есть листья объевшие. Вот, листья, видите, пострадавшие. Вот они есть еще и жуки маленькие, выевшие. Ну, в общем, так баклажаны растут неплохо. Вот он лазит. Нехороший. Так что, друзья, за баклажанами нужно глаз да глаз, чтобы они росли. Вот, видите, листья объевшие. Ну, посмотрите, сколько побегов на них. Очень много. Я думаю, что они должны быть урожайные. Вот здесь бутончики. Вот так выглядят баклажаны. Кстати, обрабатывала помидоры в открытом грунте бордовской смесью. И вот обработала баклажаны также. Они тоже могут болеть грибковыми всякими заболеваниями. Поэтому я также их обрабатываю, как и томаты. И обрабатывала огурцы от паутинного клеща. И также осталось средство, обработала и баклажан. И теперь вот такой результат. Высадка у меня здесь была по 2 в одну лунку. Здесь вот так хорошо 2 сразу. Ой, какой побег большой уже. Ну, уже сантиметров 70 выросли. Вот и все, друзья, о чем я сегодня хотела с вами поделиться. Кому было полезно и интересна публикация, не забывайте ставить пальчик вверх. Делитесь с друзьями для поддержки моего канала. И всего вам доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Всем пока-пока.